Свою работу компания «Профбезопасность» начала в 2009 году как небольшая монтажная организация. Сегодня это предприятие, которое специализируется на продаже, установке и обслуживании технических средств безопасности. Это оборудование для систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и пожарной сигнализации, сетевого оборудования, спутникового эфирного, цифрового телевидения и многого другого. Все это смонтированное оборудование представлено на выставке «Строительство и благоустройство». Часть представлена для предприятия – это антитеррористическая защита, арочные металлодетекторы, позволяющие идентифицировать пронос металла. Дальше турникетные группы, которые у нас ограничивают доступ на предприятие, автоматически фиксируя попадание нашего сотрудника на территорию предприятия. В арсенале компании более 5000 реализованных проектов, как частного, так и государственного масштаба. Кстати, на выполнение работ клиентам направляются технически грамотные специалисты, имеющие более чем 20-летний опыт. У нас присутствует как гарантия, безусловная замена оборудования, если оно выходит из строя во время гарантийного периода, и непосредственно гарантия на монтаж. Именно поэтому у нас вот так вот поток клиентов, клиенты наши постоянные, работаем как с конечниками, так и с госструктурами, крупными предприятиями. С продукцией компании «Профбезопасность» можно познакомиться на выставке, найти магазин по адресу улица Рос, 115/1. Сделать заказ можно и на сайте profbez.pro. Ольга Десятова, Ирина Трусова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.